Да ты он ушел, когда я не начал снимать еще. Он то на палатку оставил, наверное. Кажется, кто не дверь? Часов остались. 5%. Приора. Пожалуйста, если хотите, вот. Розы возьмите, вот. Пожалуйста, такие розы есть, такие розы. Красные давай. Такие розы есть. Красные давай. Вот, красные, пожалуйста, смотри. 100 рублей штука. Пожалуйста. 100 рублей дорого. Вот смотри, букет могу предложить 800 рублей. За 800 такой взять... 800 рублей такой букет, свадебный. За 800 я бы взял. Возьмешь? Возьму. Возьмешь 800 рублей. 800 давай. Рублей. 800. Ну за 800, кстати, очень отлично. Сейчас не, не, нет мужчин. Сейчас будет тем. А ты кому купил, ты что? Это я не купил, это я расставляю просто, понимаешь? Вот сюда ставлю, как бы, вот ставлю сюда. Вот и туда ставлю пакет. Сейчас. Спасибо. Будешь брать свадебный? Я буду брать. 800. За 800 возьму. Давай 800. Давай. Хозяин где? Я хозяин, давай. Хозяин где? Я хозяин. Вот, 800 рублей. Я вообще Эдуард Петров. Беда. Честный детектив. Честный детектив. Вот, пожалуйста. 700. Ну врете вы. Не да. Стоит это столько. Будешь врать или нет? Буду. Давай плати, я тебе даю. Давай за 200. За 200. За 300. Окей. А розу не хочешь? Даме розу хочешь? Ну, по 5 рублей возьму. Блин, мой чисто братва не такой. Ну, они закипишились, походу, ну, если. Что, брать-то будешь? 300 рублей. 200. Нет, есть не могу. Ну смотри, тут плохо. Я вообще лучше пописывал бы сейчас. Пописать хочешь вот сюда? 100 рублей, пожалуйста. 100 рублей пописать в эти розы. 150 в эти розы пописать стоит, пожалуйста. 100, хочешь, писай сюда, хочешь сюда. Вот есть специально, как бы, вот, пожалуйста, сними, чтобы было. Снял, снял. Пожалуйста, вот, 50 рублей пописать. Я хочу бесплатно и купить букет. Можно это сделать? Да, пожалуйста. А пошли уже, нам надоело, алло. Наркоманы пришли какие-то. Дозу выбивать. Выпусти меня, мне надо с братвой поговорить. Ну пойдем еще. Как-то все сложно. Ну, я писать хочу. Я Эдуард Петров, честное расследование. Честный детектив. Драться будет уже, нет? Да получи!